Это ржачно, пацаны. Дайте я вас даже заскриню. Все, сейчас ливнет. И валим, валим, никого не трогая, верно? Верно. И всем привет, Самьерда. Впрочем-то, сегодня у нас грифер-шоу на сервере CraftU. Если что, IP сервера в описании. Давайте без лишних слов. Погнали! Также подписывайся на мою группу ВКонтакте и заходи в беседу подписчиков в ВК. Ссылка в описании. Ребята, инвентарь у меня вот такой, у меня даже тотемов нету. Я просто на этом сервере, можно сказать, первый раз играю. Зашел чисто для грифер-шоу. Мне говорили, то, что хорошо здесь снимать грифер-шоу. У меня вот такой инвентарь, и сейчас мы попробуем кого-нибудь найти. Короче, ребята, я не знаю... Я слышу жителей. Оу, смотрите, мы нашли жителя. Ой-ой-ой, не надо, братик. Иди сюда, пирожочек. Давай вот сюда ты. Вот сюда. Вот сюда, в ямочку, брат. Да не надо меня, подожди. Да дай я ямку выкупаю. Да не бей. Да дай ямку выкупаю для тебя. Во, все. Вот здесь будет вот такой житель. Приходите вот на эти координаты. Ребята, короче, у меня произошла какая-то проблема, по которой у меня не показываются координаты в F3. Если что, то вот координаты. Я когда на РТП тпхаюсь, мне показывают координаты, куда я тпхаюсь. Короче, приходите вот на эти координаты. Давайте мы поставим день. Кто ПВП, ТП? О, во, еще какой-то чувак. Давайте чекнем его инвентарь. Инвси Hello The Kill. Можно к нему тпхнуться. Вот. И попробую с ним попвпхаться. Надеюсь, то, что он меня сейчас не загриферит, и у нас все пройдет с ним нормально. Вот, давайте сейчас это, впрочем-то, и проверим. Я, кстати, не знаю, есть ли здесь КТ. Ну, братан, ну стой. И сюда. Все, мы ему... Я не знаю, как тут КТ... А, вот, да, мы, получается, дали ему КТ. Он, получается, меня в яму хочет столкнуть, но у него это не получится, потому что... Ну, не получится у него, потому что я его убью сейчас. И вот давайте возьмем вот сюда щит, хотя я никогда щитом не играю, но, впрочем-то. Так, чувак, ну не убегай. Я же вроде только что... Все, сейчас ливнет. О, мы убили его! Ребята, первый человек, кого мы убили. Давайте сейчас тпхнемся домой. Короче, мы телепортировались домой. Давайте посмотрим, что у нас за вещи. У нас самая простая алмазка. О, кстати, топор грифера получается. Это очень хорошо. И, впрочем-то, какая-то кирка. Кстати, давайте ее возьмем себе. И еще у него были яблочки из стартового набора. Это очень хорошо. И, кстати, я съел один гэппл. Думаю, это не особо критично. Ладно, давайте уберем лишние вещи, которые мне просто-напросто не нужны. То есть вот эти. Оставим только стрелы, вот это все. И, впрочем-то, пойдем дальше гриферить. Так, тут какой-то 9Г9. О, давайте к нему тпкнемся. Надеюсь, там рядом с ним никого не будет. И я ему успешно отправил запрос на телепортацию. Так. А, не-не-нет, все. Не закрыл дверь, ох. О, их тут 26. Вода очень мешает. Ну, короче, смотрите, мы нашли, с кем попахаться. Ой, их тут дохренища просто. Да, пацаны, уйдите, да вы чё? У меня же яблок больше, чем вас. Надеюсь, сейчас не придет этот опер и не будет со мной попахаться. Блин, я отвлекаюсь на всех очень. Он, кстати, тоже попахается. Блин, я через одну минуту смогу кушать. Ну ладно, тогда пока поем это. Блин, у него что, килка, что ли? Он что-то всех бьет. Я что-то понять не могу. Ребят, какое-то мочилово началось, впрочем-то. Я думаю, если вам нравится такой формат, то обязательно напишите в комментарии. Я тогда буду снимать еще больше такого форматика. Мне кажется, мы его сейчас просто-напросто сольем. Не? Да, мне кажется, это именно так и есть. Ой, там мочилово. Не-не-не-не-не. Пацаны, вообще мясо началось. А кто тут против кого-то, а? Чё тут за хрень, а? Я что-то не понимаю. О, одного мы слили. Опа. Блин, такое чувство, как будто у него читы, если честно. Но, мне кажется, вряд ли это читы, просто мне так кажется. Все, мы слили двух пацанов, я думаю, пора валить, потому что там алмазнички, а с алмазничками я не хочу попахаться, потому что я не знаю, какой у них инвентарь. Так что спокойненько, без всяких проблем, убили железничков и валим, валим, никого не трогая, верно? Верно, ребята. Фух, мы свалили. Удачно. Конечно, могли бы еще по ПВПхаться, но мне кажется, в конце концов у меня бы сломалась броня. Так, давайте посмотрим, что я нагриферил. Набор... я получил штаны грифера, это очень хорошо. Броню из стартового набора и всякую такую хрень, которая мне просто-напросто не особо нужна. Особенно щиты. Но все же, эту броню хоть поскольку-то можно продать. И мне нужно придумать, каким образом я починю вот эту броню. Правда, я не знаю, каким образом может... А, точно, я вспомнил. Можно алмазами вроде чинить ее, но мне нужны деньги. Так, тут какой-то чувак, хак-оп. Давайте посмотрим. А, у него нулевый инвентарь.
Ну, я не знаю, зачем он тпхается. Этот пацан ко мне опять тпхается. Я его могу тпхнуть, но я его просто опять убью. Так что давайте так и сделаем. Ну, смысл тпхаться, если я просто убиваю? Ну вот зачем? Смысл. И вот давайте посмотрим, кто ПВП ТП Китстар. Давайте проверим, правда ли у него Китстар. У него ни хрена не Китстар, но мы можем его вынести, кстати, вполне спокойно. Главное, чтобы у меня броня не сломалась. А, я же могу... Ой-ой-ой. Я же могу вроде ее чинить командой Repair. А, фикс... Фикс All вроде. Фикс... Хэнд... я не могу. А почему... Ладно, давайте... У меня, кстати, $75 есть, как я вижу. Ну, вон там, справа. Короче, давайте мы тпхнемся к Балану. Мне очень интересно, что он там делает. И если у него что-то там походит, то сразу тпхаемся обратно. Тихо! А, темно, темно! Я ничего не вижу. Мне нужны шейдеры другие. Шейдеры, шейдеры, шейдеры. Вот, все. Так. Тихо. А, я понял, чубрики. Вы что? Специально... Ну, давай на тебя сначала разберусь с тобой. Вы что? А, вы еще и заплеватели. Они даже драться не умеют. О, сейчас мы вот этого вынесем по фасту. Да, давай, кушай яблочко, мне пофиг. О, господи, это ржачно, пацаны. Дайте я вас даже заскриню. Давайте, бейте меня, пока я заскринил. Все, на память. А то потеряю... А, у меня еще броня сломается. Ух ты, хитрый какой, а. Ну ничего, спасибо за яблочко, брат. Ты че, куда копаешься-то? Я с тобой буду. Нет, вы че? Я так ливнуть могу. Дебилоиды, а? Чего вы тут творите? Дайте я солью вас спокойно. Да, я твоего чувака солью. Да, вы чё? У меня сейчас... Они, короче, меня сейчас просто броню сломают, и на этом все закончится. Он меч выбросил! Воу! Он меч выбросил! Что это такое? Пацаны, слил одного. Погнали с этим разберемся. Только ты успокойся, брат. Успокойся. Успокойся. О, перезагрузка сервера скоро. Как раз, пацаны. Ну, ты куда? Не ливай. Ну, нет, это ж скучно. А, ну-ка. Это очень смешно, ребят. Я не думал, что здесь именно такой гриф. Ты куда, братик? Ты куда? Ну, не убегай. Ты где? Убежал. Пацаны, все, мы потеряли его. Но у нас зато вот такой какой-то сет брони. Ребят, такая ржака, господи. Я не могу. Вот просто лучше. Давайте я верну обратно вот эти шейдеры. Господи. Просто жесть. А еще темно, я не понимаю, что меня дубасит. И вижу эти два чудика. Вообще ржака. Просто они мощные. А, надо было там ситхом, наверное, поставить, чтоб... Ладно, ребята, короче, я мог бы поставить ситхом, потом их подождать и, можно сказать, убить. Мне надо придумать что-то с броней, как ее починить. Я, к сожалению, не знаю, каким образом секретненьким это сделать. Но я что-то надумаю. То, что у меня есть плод Хоруса, это очень хорошо. И у меня тут какой-то набор гладиатора. Это, видимо, когда-то я до этого брал. Спустя небольшое количество времени. Так, теперь мы делаем наковальню. Идеально, просто кайф. И ставим наковальню поверх факела. Давайте попробуем вот тут. А, нам нужен... О, все. Ну, короче, нам нужен сейчас только опыт и все. Опыт стоит здесь 500. Давайте купим хотя бы... А, у меня недостаточно долларов. Пацаны, здесь за какой-то кликер дают деньги просто вот так вот. То есть за клики какой-то кликер. О, $1, пацаны. Вау, клево. Вау, пацаны, какая красота. Смотрите, я сейчас еще вот так вот еще сделаю. Правда, сейчас Майнкрафт очень лагает, но это очень красиво, ребят. Ну скажите, это просто такая красота. Лайк. Кто еще не поставил лайк, вот за такую красоту просто лайк влепите. Если что, играю я на сервере CraftU. IP сервера в описании, также группа сервера тоже в описании. Ладно, пацаны, я думаю, то, что уже в следующей серии по Грифер Шоу мы с вами сделаем все то, что там надо. Я, наверное, починю броню кое-каким секретным образом, а именно подожду время и напишу Repair, то есть через 2 минуты. Короче, ребята, все, ждите новых видео на сервере CraftU. Если вам понравилось это видео, то честно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Жду вас в комментариях. Самые креативные, кстати, я лайкаю. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. И, ребята, забыл сказать, смотрите, Бедрок... Это же вроде такой запрещенный блок для креатива, да? И смотрите, у меня там вот в описании есть канал тоже запрещенный. Вот специальный, просто вот у меня чувачок есть, я его порекомендую вам. Вот он запрещенный, типа канал такой, зайдите, посмотрите. Я думаю, вам понравится. Он Майнкрафт снимает, стримы делает. Просто он запрещенный как бы дрог. Заходите, подписывайтесь там, ссылочка в описании на его канал. Вот, так и напишу, запрещенный канал в описании. Всех жду.